Приветствую вас на моем канале разбор анонсов, телепередач, психологических обзоров от Оксаны Гетьман. Сейчас я вам расскажу, что найдет в следующей серии проекта «Холостячка». А вы мне напишите в комментариях, какой холостяк вам нравится больше всего. Какой, по вашему мнению, достоин победить и который больше подходит к Ксении Мишины, Даже если он ей меньше нравится. В следующей серии у нас полуфинал. Ксения поездит по семьям своих финалистов познакомиться с ними. Очень ее напугает речь от Салеши, которая скажет, что на первом месте у мужчины должна быть карьера, потом друзья, потом только любимая женщина с семьей. Хотя я думаю, он не конкретно это имеет в виду. Дальше будет конф... маленький, манюсенький, наигранный конфликт ребенка ЛРТ и ребенка Мишиной. На самом деле они не будут ссориться. А рыбаке будут сплетни о том, что его родители думали, что он нетрадиционной ориентации в детстве. А вы мне напишите в комментариях, какой холостяк вам нравится больше всего. Жду от вас пальчики вверх и до новых встреч!